Друзья, всем привет! Сегодня для оздоровления поясницы я использую необычный комплекс. Очень движения все будут медленные, спокойные. Если у вас есть грыжа, протрузии, блок в пояснице, это то, что вас будет спасать и ставить на ноги. Ну что, поехали, настраиваемся. Дыхание будет у нас спокойное. Поехали, первое упражнение. Все аккуратно. Начнем с грудного отдела. Уже с первых движений возможны похрустывания в поясничном отделе. Не торопимся. Постепенно будем улучшать свое здоровье. Ноги пошире ставим. Поехали, небольшая мельница. Все аккуратно. Улучшаем гибкость с каждым движением. Хорошо. Переходим на следующее упражнение. Стараемся одним локтем достать, другим локтем достать. Аккуратно. Поясница сильно не прогибается. Чувствуем натяжение между лопаток. Если есть желание, можете застыть, потянуть, продышать. Переходим аккуратно на плечевой пояс. Максимальное расслабление. Запускаем обновление в нашем организме. Аккуратно, руки за голову и натягиваем себя, поворачиваем в левую сторону, чувствуем натяжение глубоких мышц поясничного отдела. Аккуратно в другую сторону. Если позволяет, можете больше делать амплитуду. Медленно в другую сторону. Если чувствуете острую боль, не торопитесь. Движение еще мягче. В другую сторону. Стараемся расслабиться в этом положении. Выдохнуть боль. Еще один раз вправо. И влево. Хорошо. Расслабились. Ноги сводим вместе. Аккуратно. По возможности берем их лодыжки и делаем до локтя, поворот тела до локтя, раз,
медленно-медленно обратно. Вы не должны испытывать острую боль. Все комфортно. Еще одну сторону и в другую. Медленно-медленно чувствуем, какие проходят процессы в нашем позвоночнике. Мы раскручиваем каждый отдел нашего позвонка, нашего позвоночника. Следующее упражнение. Стараемся, кто может, здесь руки, либо под колено, и выдохнуть. Хорошо. Другая нога. Сколько позволяет ваше состояние, до этого предела и делаем. Это обезболивающая терапия и супер-оздоровление. Хорошо. Дальше. Делаем неглубокие мостики. Поднимаем таз невысоко. Не прогибайтесь высоко до линии тела. Даже можно меньше. Делаем 7-8 раз. И еще 2 раза. И еще хороший раз. Чувствуем, напряглись задние, грушевидные. Следующее. Аккуратно. Через стороны. На одну из сторон ложимся. Ноги врозь. Делаем раз движение. Опустили. Делаем 3-5 раз. Три. Четыре. Пять. Аккуратно. Через сторону. Мягко-мягко перекатываемся. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Аккуратно поднимаемся, медленно, никуда не торопимся. Здоровье в наших руках. Ну и, конечно, наша кошечка. Не все ее могут выполнять, потому что иногда есть определенные проблемы в пояснице, и кошечку не каждый человек может исполнить. Для этого я предлагаю сделать кошечку больше на грудной отдел, акцент на грудной отдел. Делаем вдох и выдох, и прогибаемся только в грудном отделе. Поясницу не округливаем. Вдох, выдох,
работает только грудной отдел. Акцент на уровень между лопаток. Чтобы почувствовать лучше грудной отдел, можно делать выдох и наклон немного вперед. Вдох и выдох. Вдох. Таким способом мы расслабляем поясничные мышцы. Выдох. Вдох. Еще раз. Выдох. И у нас осталось два заключительных, очень важных упражнения на вытяжение. Стараемся удержать это положение, тянуться левой рукой, правой рукой и правой ногой в разные стороны. Если кто-то испытывает боль, я покажу сейчас замену этому упражнению. Вытягиваемся в противоположную сторону. Чувствуем сильное натяжение. Если у кого-то есть боль, можно сделать шаг вперед и протягиваешься правой рукой и левой ногой в противоположную сторону. Чувствуешь вытяжение? Этой рукой придерживаемся. Аккуратно. Меняем ноги. Нога в одну сторону, рука в другую. И хорошее вытяжение. Это как замена. Но к этому упражнению нужно все-таки прийти. Оно улучшает работу поясничного отдела. И еще один раз. Хороший один раз для нашего позвоночника. И другая рука. Каждый темп подбирайте под себя. И в заключение обязательно делаем отжимания, но таз приподнят. Раз. Два. Медленно. Три. 4, 5, 6, сделаем всего 7 раз, но ваша готовность должна дойти до 21 раза. Садимся в позу алмаза или просто на коленке, поднимаем руки вверх, вытягиваем себя, выдох, еще раз, вдох. Выдох. И все. И здоровье улучшается. Если понравился этот комплекс, жду от вас комментарий и лайк. И до скорой встречи. И обязательно переходите на мои другие видео. Пока.